распределением тепла работы на парковой территории возле микрорайона Супонева ежедневно набирают обороты. Рабочие готовят основания для будущих дорожек и площадок, обустраивают входные группы и прокладывают траншеи для монтажа освещения. Глава Одинцовского округа совместно с инициативными жителями Звенигорода проверил ход обустройства новой территории. А когда пойдем на сухостой? Сухостой надо отдельным контрактом идти уже, когда будет. Ну и сейчас миграционный период. Если мы сделаем благоустройство, потом деревья будут падать на наши там павильонные дорожки. Хорошо, надо все заканчивать в один момент. В парке Супонева предусмотрена сцена, игровые городки, универсальный павильон, площадки для дрессировки собак, столы для пинг-понга, зона для пикников и спортивная площадка. Кроме того, для посетителей парка планируется обустроить несколько парковок вместимостью более 550 машин. Что у нас по срокам? Дорожно-тропиночная сеть выполнена в полном объеме, кроме финишного покрытия, 4,4 километра. Начинается это уже работа, на сегодня? Да, на сегодня. Начинаются работы по площадкам детским, по спортивным площадкам. Как сообщил глава муниципалитета, до конца ноября планируется полностью завершить работы на объекте. Тимур Гайсин, телекомпания «Одинцова».